Ну, во-первых, выборы в Москве. Как это вообще для меня странно было. Я не понимал, зачем вдруг он ушел. Легитимизация этому режиму, зачем она им нужна? Я не понимаю, зачем Собянин легитимизация? Вот это нечестно, я не понимаю. Вообще они так сидят хорошо. Что это было, не очень понятно. Но прекрасным совершенно образом все-таки поучаствовал у них Навальный. Я за него ходил голосовать. Потому что, я вам сейчас скажу почему. Потому что Навальный предлагает схемы, в которых... То есть просто математические схемы, которые я понимаю. Как это работает. Он не предлагает, что вот я сейчас приду, такой красивый, голубоглазый, на меня все посмотрят, бабы влюбятся, мужики скажут, ну ладно, и все будет здорово. Мы за общим шуршанием пропускаем очень важные вещи, связанные с Навальным. Он абсолютно механизмы предлагает, в котором нет человека, в котором нет как бы лидера. Ему для того, чтобы прийти и создать эту некую систему электронного, вообще, электронной страны, за что я ратую, ну, просто надо прийти и быть лидером. И вот тут начинается, мне он не нравится, а мне он нравится. Я не рассматриваю как партнера в чем-либо. Он предлагает очень хорошие технические вещи, которые действительно смогут упростить нам с вами жизнь. Ну, просто я дома буду делать что-то, что мне облегчит жизнь мою технически. Не надо справки брать и прочее, прочее, прочее. Кроме, конечно, ну, он свежий, он мой ровесник, он младше даже. И мы на одной волне. Это про Навального. Может, у вас был отдельный разговор. Мы на одной волне, в смысле здравый смысл. Для меня это самый главный лидер в моей жизни. Здравый смысл. Зачем им это надо было? Зачем? Я не понимаю, что это было, честно. Поэтому люди так же и отреагировали, не пошли. Это была какая-то фигня, которая никому... Ну, какие-то два концерта было. Ну, хоть кто-то посмотрел концерт. Наверное, польза от этого.